турецком городе Артвин на границе с Грузией в результате ливней произошли оползни. В районе Кемаль-Паша обломки скал обрушились на дорогу. Погиб водитель грузового транспортного средства из Азербайджана Шахлар Керимов. Пострадали еще двое водителей граждан Турции, осуществляющих международные дорожные перевозки. Об этом сообщил в социальной сети заведующий отделом Международной ассоциации автомобильных перевозчиков Азербайджана Руслан Эльдароглу. В регионе работают спасатели и техника.